Говорит радиостанция «Православное вещание для России и соотечественников за рубежом». Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявления в нашем эфире чтения и объяснения Евангелия четверга, седьмой седмицы по Пасхе, протоиерей Александром Шаргуновым. Далее программа «Час писателя». У микрофона писатель Елена Чудинова. Завершит этот час нашего вещания программа «Апостол». Услыши меня, Господи, Господи, возвать тебя, слыши меня, сами глаз умоления моего, не глаз, возврати мне тебе, услыши меня, Господи. Извини, сильнейшую душу мою, слушайте наше объявление. Всех, кто любит слушать на свежем воздухе популярную музыку в исполнении хорошего военного духового оркестра, приглашаем в воскресенье 4 июня в храм Живоначальной Троицы на Грязях у Покровских ворот. Концерт пройдет во дворе храма в 14 часов по адресу улица Покровка, дом 13. После концерта желающие...